замер рулонных штор системы Mini. Они могут быть классические, перфорированные, с фотопечатью, но это все больше относится к ткани. Мы сейчас про систему. Система одна и та же, снимается, собственно, она одинакова. Для пластикового окна, значит, ширина снимается по замку штапика. Замок штапика – это линия, где штапик соприкасается со створкой пластикового окна. Снимем ширину. В нашем случае она 550 мм. Это мы сняли размер ширины. Эта величина будет равна ширине полотна ткани. Но габарит изделия из-за технических особенностей будет больше. Схемку я вам сейчас приложу, и она же будет у вас в карточке товара. Высоту снимаем не по замку штапиков, а по габаритам изделия. То есть вместе с рулоном, кронштейнами и до крайней нижней точки. На стенд мы будем снимать от верхнего горизонтального откоса. Прямо впритык ее будем ставить. И чуть ниже замка штапиков нижнего на 2 сантиметра. Раз, два. В нашем случае это 1290. Это у нас глухая створка. Открывная створка снимается аналогичным образом по замку штапика. Ширина 445 мм. И высота мы прям зацепим за створку, за верхний край. И опять же на пару сантиметров ниже нижнего замка штапика. Раз, два. У нас это получилось где-то 1200. Так просто снимаются размеры для рулонных штор системы Mini. Обратите внимание, все размеры на сайте записываются в миллиметрах. Не знаете, как переводить Google в помощь или Яндекс. Не ошибайтесь с размерами, это очень ответственный момент. Спасибо.